Да и, в общем-то, люди с перфораторами не самое главное. Главная боль Олимпиады. Ко всему, в Бразилии перед спортивным праздником активизировались преступники. За несколько дней до старта десятки нападений на автобусы. Но власти гарантируют, что во время игр все будет очень безопасно. За порядком будут следить 85 тысяч человек. Из них половина военные. Риск атак минимален. Под этими словами подписался министр юстиции Бразилии. До игр в Рио были арестованы 12 членов преступных группировок, которые планировали теракты на Олимпиаде. Злоумышленники были задержаны в 10 разных штатах Бразилии. Согласно заявлению властей, арестованные не были связаны с ИГИЛ, но пытались наладить с ней контакт.